сегодня два классных гола. Оба гола, в общем-то, он сделал сам. Ну, понятное дело, что в первой ситуации штрафной он заработал, штрафной он исполнил. Его еще заработать надо было. Ну, а второй гол, это, конечно, индивидуальный абсолютно. Это, в общем, такое почти творчество. Хотя почему почти? Взял и исполнил Бериша. 3-0. Бернар Бериша забивает третий мяч в ворота томской команды. Ну, вот этого Том, наверное, все-таки не заслужило по общему впечатлению от игры. Все-таки Бериша забивает свой мяч, хватает за лицо Антон Коченков. Противоядие против Бериши работало только 45 минут. Ну, обидно здесь, конечно, вратарю с близкого расстояния удара, и мяч прокатывается у него где-то под ногой. И влетает в ворота, счет становится крупным. 3-0 в пользу Анжи. Можно,